буду, не буду, не буду. Смотри у меня. Ну, честная пионерская, не буду. Что ты вертишься, Елена? Опаздываю я. Ведь ребята придут в Дом культуры на репетицию, а меня нет. У тебя еще Дом культуры не достроен, товарищ директор. А ты уже репетиции, концерты. Достроют, это не моя забота. Ох, это не твоя забота. Да. А концерт, ну вот как ты, бабка, не понимаешь? Ведь это же не просто концерт, это первый концерт. Прекрасно. Это же начало новой культурной жизни в нашем городе. Прекрасно. Ведь знаешь, как этот концерт нужно сделать, чтобы все ахнули? Ну и делай так, чтобы все ахнули. Действуй. Я действую. Мало, плохо. Больше инициативы надо, понимаешь? Душевного огня, понимаешь? Тихо вы там. Ух. Это тебе не куриной фермой руководить. А у нас все построено на психологии, у нас люди. Люди? Люди. А ферму тоже не лошади строили. Ну, это мелкий факт. Мы ее своими руками на пустом месте создавали. Все равно мелкий факт. Как ты сказала? Ну ладно, бабушка, давай, нажимай. Ах, нажать? Да. Хорошо, нажми. Осторожно, бабушка. Ну вот, то нажимай, то бабушка, трусиха ты. Ну, пожалуйста, пожалуйста, хоть воздух поднимись. А я и поднимусь. Вот ты, небось, от своей куриной фермы на свидание не побежишь? Мне 60 лет. Я не желаю бегать на свидание. А мне 19, и я тоже не желаю. Ну и глупо. И другим я не позволю. Потому что, знаешь, если при всех наших трудностях пойдут там всякие эти ахи, охи, вздохи, луна, то все пропало. О чем ты говоришь? Да о девчонках о своих я говорю. Они меня последнее время очень беспокоят. Кадры влюблены. Шура, бежим в душевую. Успеем, Шурок, чего ты волнуешься-то? Да не могу не волноваться, понимаешь? Нет, ты ничего не понимаешь. Понимаешь? Мне надо одного человека повидать. Как? Разве мы не пойдем в Дом культуры? Ведь мы же обещали. Ну, пойду, конечно. Но только на одну минуту. Предупрежу, я увижу его. Послушай, Шурка, когда ты успела? Кто он? Понимаешь, познакомились. Я пела, он подыграл мне. Просто так. А теперь сама не знаю. Красивый. Да нет, никакой он не красивый. Глаза дивные. Ой. А? А если Лена узнает? Это ужас, что будет? Смотри, одно я тебе доверю. Ну, могила. Убью. Передвигам, привет! Дайте руку, кавалеры. Калач, подай руку, нормировщица. Ну, что ты всегда смеешься, Александр? Медведь руку чуть не оторвал. Сам бы помог. Ну, пошли, ребята. Мы сейчас, сколько сегодня? Лежи. Лундина обогнал. А? И то ладно. А вы куда? На речку. А я в Дом культуры на собрание. Может, ты пойдешь, веселее будет? Нет, спасибо, мы подождем. Будь здорова, веселись. А может быть, придешь? Ну, давай, ребята. Давай, живи. В общем так, ребята, я не поеду. Чего? Почему? Ну, мне надо в этот, в город. Там я занят, дело есть, понятно? Ну, чего уставился? Угу, гляди, взбесился. А ты не обижайся на него, калач. Это у него с непривычки. Леша, а как ее зовут? Да ты о ком? О чем? И не спрашивай. Так вот, что я тебе скажу, Елена. Ты не умеешь по-настоящему общественность мобилизовать. Да? Да. А ты демагог. Вот. Я демагог. Да, демагог. Нет, ты демагог. Нет, ты демагог. Ты демагог. Нет, ты демагог. Ты, нет, ты. Бабушка, мы убийцы. Ты что же, гад такой, а? Тут. Вася. Васька. Подымись, что ты? Вась.
Вася! Ну, руки, все руки целы. Ноги все целы, вроде. Бандитская езда. Моргает. Где вы будете сегодня вечером? Бабушка, он жив! Вот славный какой. Ну а жив, так нечего дурака валять, понимаешь? Не умеешь ездить, не садись за руль. Такую машину мне изуродовал, хулиган этакой. О, сама же нам весь мотоцикл искалечила, мы же еще и виноваты. Елена, иди сюда! Ну, бабушка. Это ваша бабушка? Да. А вы ее внучка? И опять вы угадали. Похоже. Спасибо. Елена! Елен! Дай ключ, 12-14. Ого! Вам больно? Еще как. Не помню, спрашивал я вас, где вы будете сегодня вечером? Спрашивали. В Доме культуры. Ну, неужели это так обязательно? Для меня, да. Ну как? Переднее колесо цело? Цело, представляешь? А вилка? Тоже. Чудеса, сплошные чудеса. Ага. Это ваше? Моя. Ну, видел ты когда-нибудь такую девушку? Подумаешь, невидаль, обыкновенная. Ух, обыкновенная. От обыкновенной мы бы с тобой визгу не обобрались. Послушай. Помочь надо. Помяли все-таки. Пойдем. Еще права дают этим косоруким. Ах, лихачи проклятый. Придется всю ходовую часть перетягивать. Бабушка, я сделаю, как ты советуешь. Привлеку. Общественность. Вот это умница. Нет, нет, стоп. Опять грязь. Ну смотри, Гёдя. И раз, и два, и раз, и два. Пируэт и резкая остановка. Давай, еще раз. Нет, я в этих условиях работать не могу. К этому лапуши. Подальше, ребят. Давай еще раз, ну. Безобразие. Полный тромбон мусора. Ну, ребят, ну давайте потерпим. Скоро же дом достроят, и все у нас будет. И библиотека, и репетиционный зал. Ой, не вертись ты. Леночка, ты что такая нарядненькая? Ждешь кого? Еще это ты взяла. Энергичней. Раз. И два. Хорошо. Ой. Ну невозможно же, товарищ. Ребята, кто вот... Повесточку примет и распишется здесь. А что там? Слушайте, девушки, а где у вас канцелярия? Лена, Леночка, это к тебе. И раз, и два, и раз. Подожди минуточку. Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Вот, распишитесь. Здесь, да? Пожалуйста. Спасибо. Ленок, что случилось, а? Лен. Ребята! Строительство Дома культуры откладывается до 4-го квартала. Ну надо тебе! Ну раз так, ну я к черту, я ухожу. Все, финал. Лично мне надоело. Я не знаю, ну прям стрелять хочется. Ну только я в голос вошла. Вот мучение. А ну, ребята, пошли. Нет, ребята, не расходитесь. Сейчас сделаем экстренное совещание. Вот. Что там у тебя еще? Нарядик. Какой? Иван Лукьянович, поскольку Дом культуры откладываем, стройматериалы надо направить по другому каналу. Давай. Что там, культурники жаловаться не прибегали? И пока не видать. Ну, будут. Можешь не сомневаться. Скажешь им, что меня нету, что, мол, умер. У меня и без них голова. Скандалить будут. А ведь меня скандалами ты не возьмешь. Ты знаешь что, я тебе скажу откровенно, удивляюсь. Но никакого чувства перспективы у людей. А ведь молодежь, семилетка, соображаешь? Рост промышленности. Жил строительство, а тут танцы-манцы. Так ведь
Культура тоже нужна, Иван Лукьянович. Но коллежник против. Подожди! Соображаешь? Расти индивидуально. Да я сам культурный человек. Пришел после обеда, лег на полчасика, включил радио, взял газету, освежился культурой, встал, умылся и пошел. Ведь мне для этого спецдома не требуется. А? Что, все, что ли? Все. Ничего, подождут до четвертого квартала. Ой, Лен, ну что же нам теперь все-таки делать-то, а? Ребята, а? Товарищи. Писать надо. Правильно. Вот. Жаловаться надо. Да жаловалась. В инстанциях скандали. Скандалила. Под протокол. Именно. 23 декабря под протокол скандалила. 6 января тоже. 15 февраля скандалила. 2 марта и, наконец, 14 марта с перенесением на бюро райкома. Да. А с апреля планово начала скандалить. Каждый вторник и пятницу. Вторник и пятницу. Ну? Ничего не скажешь, поработала на совесть. Ну, еще одну комиссию потребовать нужно было. Правильно. Да, верно. Так две уже были. Вот, заключение, выводы. Ребят, а что вы тут делаете в этом подземелье? Заседаем, дом культуры строим. Слушаю я вас, ребята, и удивляюсь. Мы в вашем городе люди новые, но, как говорится, со стороны виднее. Огонь, парень. Это Васька Казачков, наш бригадир. Еще побегает у меня на веревочке. Да не с того конца беретесь вы за дело, ребят. Руководство у вас безголовое, вот что. Васенька, уймись, уймись. Видали? Уже испугалась? Да ясно, кто у вас здесь начальствует. Бюрократ какой-нибудь, паразит, бездельник, верно я говорю? Вы здесь сидите, несчастные, голову себе ломаете. А он в это время где-нибудь пивом наливается. Пивом, пивом наливается. И довольно, ребята, ерундой заниматься. Пошли на воздух, потанцуй. Тише, тише, ребята. Не мешайте товарищу. Пусть выскажется. Да турните вы этого дармоеда, и все будет в порядке. Продолжайте. А тут и продолжать нечего. Надо взять поганую метлу и гнать вашего директора до ближайшей свалки. До свалки. И все? Все. А разве мало? Мало. А зачем-то на меня кричать? Я-то ведь не ваш директор. Я директор. Я, понятно? И меня надо на свалку. Что? Вот, на, гони. Ну что? Больше вам нечего сказать, да? Тогда до свидания. Нет. Я прошу слова для справки. А у нас не справочное бюро. Мы заняты. Уходите. Да что это такое? Лена, не пыли! Лена, не пыли! Отступать ничего не знаю, он в курсе? Ну ладно, дайте хоть слово сказать. В следующий раз. Вот выход. Не принципиально это, Лена. Но вам что, марш, что ли, надо сыграть, чтобы вы удалились? Марш? Мы это можем сами... Лёша, марш! Лёшка! Сядь. Так нас же просят. Сядь, я сказала, сядь! Ну. Марш! Прекратите! Сейчас! Хорошо получилось, Лена. Надо было объяснить, ребят. Ну как тебе не стыдно, а? Такие ребята, лучшая наша бригада. А ты посочувствуй им, беги, утешь. Я тебя не держу. И вообще никого не держу. Идите все, я одна справлюсь. Ну как же ты, Лена? А я тебе скажу. Вот что я тебе скажу. Ты нетерпимая. Ты людей гонишь. И вы идите. Я все знаю. Вы такие же, как все. Теперь на нас бросаешь, ты да? Пошли, девочки. Уж очень Ленка принципиальная стала. Ну, идите. Эгоистка ты. Вот что.
Лена, а когда же следующее собрание? Идем. До свидания, Лена. Почему не танцуете? А я вообще не танцую. Правда? А я тоже не танцую. Да пойдемте погуляем, а? Со мной? Да. Пойдемте. Леша, идем. Но перестань играть, а то сейчас заплачу. Лешку все больше физика интересует. Он, знаешь, на горении с ума сходит. Васька, он конструировать будет. Он у нас самый сильный, да. Ну, а ты? Я. Ой. А я строить буду. Вот знаешь, здание поднимается помаленьку, поднимается, а потом... Ух, вот такое чувствуешь иногда, знаешь... Ты что, заскучала? Почему? Ну, я знаю, Розиль, с девушками об этом надо разговаривать. Как хочешь, а мне интересно. Ты особенная какая-то, правда. Так слушаешь, прям сказать не умею. Ничего я не особенная, просто другие девушки ждут, что за ними ухаживать будут, а я... Не жду и не беспокоюсь. Как ты? Ну так, привыкла. Ну чего ты сегодня такая грустная? Да все, Лене, да. Ну? Она ведь нас предупреждала. Смотрите, девочки, не влюбляйтесь. Влюбитесь. И главное забудете. А? И меня бросите. И правда бросили меня. Сама дурка твоя, Ленка. Ой, нет. Я вот за тебя обиделась. И ушла от нее. А ты от своего Васи уйдешь? Чего? Уйдешь? Здрасте, а чего мне уходить? Мы ж друзья во всем. Вот. Видишь? Ну и тип. Кто? Ленка? Обыкновенная, бешеная. Много на себя берет. А ты? А что я? Ты много на себя возьмешь? Не возьмешь. Елена, а ну выкладывай бабки, чем ты расстроена. Ну, что случилось? С чего это ты взяла? По-моему, ты уже 40 минут ешь, не переставая. Есть хочу. Так вот, яйца с нарушенной структурой, отбракованные. Сделай яичницу себе. Хорош. Я ненавижу отбракованные яйца. Кур и петухов твоих ненавижу. Звездунов и хулиганов тоже ненавижу. Что с тобой, Елена? Что такое? А что ты любишь? Уж во всяком случае не курицу твою. Ты сумасшедшая. Брамапутра из Индии прилетела. Посылка стучит. Ну что ты знаешь о курице? О ее значении в народном хозяйстве? О ее рентабельности, понимаешь? Вот посмотри на эту красоту. Нет, ты только посмотри, это же не курица. Это же Уланова. Ну, а меня твоя курица не вдохновляет. А что тебя вдохновляет? Люди меня вдохновляют, человек. И о людях ты знаешь столько же, сколько я куриц. Это говорит моя бабушка. Человек с такой биографией. Мила. Елена, что это такое? Ты что, это собираешься дом развалить? Агрессор. Грызи меня, грызи. Ну, перестань, девица, перестань. Нехорошо, малодушие, в конце концов. Ну, Елена, не надо. Давай нос вытирать. Давай, давай. Ну, давай нос. Давай. В лесу стояла елочка, то-то-то-то. А я тебе сейчас что-то вкусное принесу.
А что это? Она росла. Ну вот умница. Ты сделала гоголь-моголь из яиц уникальной брахмапутры. Бабушка, я еще не съела. Дай хоть попробую. Последнее. Ужасный день. Одни сплошные неприятности. Что еще случилось, говори? Все рухнуло, бабушка, все. Что рухнуло? Землетрясение было, что ли? Ты знаешь, этот бюрократ Чучелов заморозил нам стройку Дома культуры. Какой Чучелов? Не знаю такого. Зав стройконторой. Так от Чулков, а не Чучелов. Именно Чучелов. Такой был у ребят энтузиазм, и он взял и отложил на четвертый квартал. Что, энтузиазм отложил на четвертый квартал? Я до Москвы дойду. Что, жаловаться будешь? Валяй, жалуйся. А дело от этого сдвинется? Дело дальше пойдет? Ему там мозги вправят. Должны нам закончить Дом культуры. И пускай кончают точно и в срок, вот. Ну, допустим, ему вправят мозги к четвертому кварталу. Но ведь дело от этого не пойдет. Дело-то будет на месте стоять. Ну, а что ты от меня-то хочешь? Что ж я, по-твоему, вместо организации лекций, кружков, концертов, сама должна полы настилать, да? Стенки штукатурить, потолки красить? А почему бы и нет? Ты художница, прекрасно выкрасила оконные рамы. Это не мое дело. Нет, это твое дело. Нет, не мое дело. Твое дело. Энтузиазм где твой? Ручки боишься приложить? И потом, ты ж не одна. Привлеки широкий актив, понимаешь? Зажги людей. Спасибо тебе. Я уже твоего совета послушалась. Попыталась новых людей привлечь. Что ж, не пришли, что ли? Пришли. Пришли, набезобразничали и ушли. И еще других с собой увели. А у меня работали бы. Да? Да. Попробовала бы. И попробую. И попробуй. И попробую. И попробуй. И попробую. И докажу, черт возьми. Ты знаешь, что такое культура? Раньше четвертого квартала культуры не будет. И тебя не будет. Что? Мобилизуйся, перерожденец. В четвертом квартале. Ваня, ну подумай. Ну подумай о своем будущем. В дворники пойдешь, не справишься. В ночные сторожа слишком ответственно. Ваня, пожалей себя. Нету! Нету у меня, нету! Чего у тебя, растяпы, нету? Ничего у меня нету. Рабсилы нету. Не хватает, растем. И что ни день, то новости. Сегодня электростанция, завтра элеватор, и все. Срочно, чрезвычайно, безотлагательно. И все за горло. А ведь у меня запасного горла-то нет. Да иди. У меня в голове бетон. Дети у меня. Если при данных обстоятельствах пойдут еще разные там дедушки, бабушки, дяди да тети, так я вам официально говорю, повешусь. Стой, это кто же тетя? Это я, тетя. Представитель общественности, тетя! Забыл, как инкубаторий мне строил? И не забыл, и не напоминайте. Кто-то? Елена Тимофеевна. Как маму прошу вас, не дергайте вы меня, раньше четвертого не выйдет. Про хвост. Про что? Материалы давай. Какие? А вот какие. Арматуры, трубы, тройники, крестовины, цемент, олифу, мел, обрезной доски. 5
кубометров, мой дорогой. Это зачем? Сами достроим. Без твоей рабсилы. Ангел вы мой! Да ну тебя подхалим. Уйди. Ну, Ваня. Че? Материалы дашь? Дам. Все дашь? Частично все. Ваня, частично или все? Все частично. Честное слово. Ну что ты, боже мой, разве можно так дудить? У меня закроешься? Полосну, дорогой, материал в кость, так ты дудишь. Машина не дудит, а гудит, невежда. Опять насандалилась, как была вертихвосткой, так и осталась. Разрешите ваши права, товарищ водитель? Некогда, некогда, голубчик. В другой раз, пожалуйста, с удовольствием. А сейчас нет. Садись, едем, едем. Ну, куда, куда, зачем? Собираю старую гвардию, понимаешь? Садись, едем. Ах, господи, у меня же полное ателье клиенток. Товарищ водитель. Ну, голубчик, ну вы же мне мешаете. Вы же видите, я разговариваю с человеком, вы подходите. Ну, другой раз, другой раз. Гражданин! Ну, давай, давай, поехали. Я же не могу, я на работе. Ну, ночью отработаешь. Не, 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 не могу, не могу, не могу. Ну, ладно, а вечером придешь в Дом культуры? Вечером, пожалуйста. И Зину захвати. Простите. Вы эту гражданку знаете? Оставьте меня, понятия не имею. Работайте, работайте, товарищи. Не прерывайте движение мысли. Я моментально. Ну вот, дорогой Иван Ильич, ведь общественность на тебя очень рассчитывает. Я немного приболел, но явлюсь непременно. Дорогая моя Елена Тимофеевна, или как говорили в дни нашей юности... Ёлочка. Ладно, ладно. Клавдию я уже охватила. Да? Да. Теперь разыщи ты мне Прохорова. Угу. Он лесами заведует? А как же лесной царь? Ох ты мой дорогой. Что, зашибло? Ну, богатырь. Еще он. Ну, рад служить. Елена! Последние новости. Отказалась от рабсилы. Что? Сами достроим. Бабушка! Ребенок! Да что я тебя официально с плана снимать буду? Да никогда. Я даю ответ на призыв общественности. Взялись строить сами. И порядок. А вот ты жалуйся на меня теперь. Погубила она меня. Ты думаешь, я тебя не понимаю? Ох, как понимаю. Хочешь, я тебе на ушко скажу? Ну. Никто тебе не поможет. А одна организация поможет. Новый завод знаешь? Знаю. Мощь! Начальник объекта – душевнейший человек. А ресурсы куда там район? Иди к нему, соображать надо. Понятно? Правильно. Привет. Привет, бабушки. Ну, что я могу сделать, дорогой товарищ? Кое в чем я помогу, но вот рабсил. И все-таки я вас буду просить. Можно, Сергей Васильевич? Заходи, Казачков, садись, я сейчас. Вот какие дела, дорогой товарищ. Мы с вами, как руководители, конечно, понимаем друг друга. А знаете, что бы я сделал на вашем месте? Поговорил бы по душам, вот с нашими орлами. Пусть потрудятся для общества. Нет, благодарю за совет. А о ваших орлах я имею некоторое представление. Ну что ж, попробуй действовать через область. До свидания. Здравствуйте. Кеша! Прохоров! Иннокентий Прохорович! Какая хорошая собачка, чтоб тебя черт взял! Кошка!
Проснись. Слышь, лесной царь, проснись. Рога трубят. Елена Тимофеевна зовет. Слышь, Кеша, дело есть. Дело завтра, завтра, дело завтра. Кеша, проснись. Ты слышишь? Завтра, 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 завтра. Это или хуже будет? Завтра. Кеша. Пожар горит, 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 пожар. Здравствуй, Кеша. Давно не виделись. Ой, слава богу. Кеша, слушай, серьезное дело. Что такое? Молодежь хочет досрочно дом культуры достроить. Очень хорошо. Я с ночного обхода. Дай мне поспать. Ты знаешь, как они этого добиваются? Ну. Заседают. Ну, значит, ты врешь. У нас ребята вот такие вот. Комсомольцы. Спать нельзя. Кеша, ты тоже комсомол. Я бывший комсомол. Ты будешь меня слушать? Слушай, я сейчас собачек позову. Каких собачек? У меня грандиозная идея. Чур, чур меня. 2 года я не знал твоих идей и жил по-человечески. Это не моя идея, это идея Елены Тимофеевны. Да? Да. Какой другой разговор. Ну, так вот, слушай. Да? Подумаешь, делов. Навалиться и достроить. Еще и не то делали. Смотри, Барашкин идет. Барашкин! Барашкин! Куда вы? Давай за нами. Зачем? Помочь надо. Кому? Елена Тимофеевна зовет. А, Елена Тимофеевна? Здорово, здорово. Вот где встретились, а? Здравствуйте, Елена Тимофеевна. Здесь по призыву, по мобилизации. Молодцы. Куда идти-то? А? Здравствуй ты, старый черт. Я молодой. Жива, Елена? Жива, жива. Ну, молодцы. Пришел, умница. Ну, пошли за мной. Здравствуй. Привет, Елена Тимофеевна. За мной, ребята. Да нет, ты только посмотри, что это за безобразие-то. Это же черт знает, что тут делается. Что развалюха какая-то. Да. А молодежь-то хорошо. Да. Канцелярию, понимаешь, развели. Бегают, жалуются. Бумаг целый воз насочиняли. Да. И это вместо того, чтобы засучить рукава, самим взяться за это дело. Нет, нет, вот тут поспорю. Рукава засучить они могут, да еще как получено с тобой. А вот бумажную скуку, душа моя, не они придумали. Куда? Сиди на месте, а то еще машину мою уведут. Я тебя сейчас. Стой! Ой, моя обманщица. Стой! Стой! Отпиши наряд. Организовано по-нашему, по-комсомольски. Товарищ, товарищ! Привет! Закрой рот, ангину схватишь. Ну что ты стоишь, как стол? Ставь людей на работу, иди, пошла. Ребята, давайте, помогайте. Давайте, поможем. Аббас, давай поможем. Сюда. Дедушка, ну давай поможем. Постой ты. Поможем. Да не путайся под ногами, ну. Ты и железо привезла. Ну да. А разве не надо? Да что ты меня путаешь, Елена? Железо для сварных баков. Только сварщиков у меня нету. Сама доставай. Я вам не нянька. Бабушка, прости меня. Елена, сентиментальность – признак склероза. Ух ты, моя дорогая, ты моя девонька. Что ты без дела стоишь? Ну, давай, иди, работай, работай. Лена идет. А вы что здесь забыли? Лена, зачем же ты так? Прошу. Ну, знаешь, вот что я тебе скажу. Ты зазналась, а мне не с чего зазнаваться.
сегодня выяснил, что я мокрая курица. Вот кто. А мои самые близкие друзья предатели. Ну вот что я тебе скажу. Что? Не помешали. Здравствуйте. Приветствую начальство. Разрешите доложить? Мне поручено возглавить комиссию содействия по линии концерта и прочего, если не хватит талантов, общественного азарта. Огонька. Вот, так сказать, наша комиссия, товарищ Прохоров. Ну, можете не стесняться и обращаться просто ко мне. А уж тут прошу не беспокоиться. Будет не концерт, а фейерверк. В первом отделении пустим что-нибудь из Мцири, а потом танцы. Комиссия не забегай. Честь имею. Спасибо. Ну, что вам не стоит? Большое спасибо. До свидания. Заходите. Ну вот. Лена, ну разве мы не понимаем? Ну мы ведь не бросили ж тебя, пришли же. Да не меня вы бросили. Вы дело наше бросили, а она забыла, что должна петь в первом концерте. Неправда. Я хотела как раз для концерта. Ах, вон оно что, да? А ну посмотри мне в глаза. Пожалуйста. Ага, стыдно. Вот. А ведь у нас была такая большая, такая огромная задача. Дом культуры. Дом, который должен стать родным для каждого человека. Интересным, веселым. Где каждый день можно увидеть новое, узнать новое, услышать новое. И вы все это бросили. И ради чего? Ага, вот вам и ответ. Чтобы я когда-нибудь полюбила бы, чтобы мне понравился такой человек, у которого личное заслоняет, ну, в общем, все. Жизнь такая сложная, Леночка. Ты знаешь, урок, а по-моему, Лена права. Да? Да. Ну, хорошо же. Если вы обе так считаете, ладно, пусть я подчинюсь большинству, но ты, Ленка, ты никогда не поймешь. Никогда. Пойдем, Шура. Лена, мы сейчас вернемся, ты жди нас. Алексей, нам нужно поговорить. С глазу на глаз. Что такое? Им тоже нужно поговорить. Идем. Шура! Мы собирались с тобой в Березовую рощу идти. Не сможем. Как же, Шур? Пойдем, а? Нет. А завтра? Нет. Почему? Такого человека, который... Не могу этого сказать. Ну, в общем, вы личное ставите выше общественного. Понимаешь? Васька, ты зарезал нас без ножа, меня в частности. Открой, слышишь, я говорю. Тоже мне юмор. Ну, открой, Вася, слышишь? Говорите толком. Что еще случилось? Ультиматум нам поставили, слышишь? Будем помогать в Доме культуры, хорошо. А нет, чтобы и дорогу забыли. Коротко и ясно. Все, шабаш. Оригинальный метод мобилизации масс. Ну, при чем тут метод? Девчат правильно говорили. Да? Хилые старики и те пришли помогать. Времени у них свободно много, вот что. А мы с вами дали слово институт без отрыва от производства кончить? Ну, дали. Дали? Ну, дали. Должны? Должны? Должны. Так какой же тут еще дом строить? Чтобы это... Ну, чтобы кто-нибудь в ведомости галочку поставил. Мероприятие выполнено. Да при чем тут галочка? Поехали. Я знаю. Знаю, кто этот ультиматум придумал. Ничего. Они сами откажутся от этих методов, понятно? Никуда не уходите. Кого это несет так поздно? Твоих. Можно? Мне... Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень я хотел... Привет. Лена, это тот, которого я сбила.
которого я сбила. Бабушка! Ты скажи ему, что я его прощаю, бог с ним. Бабушка! Я... Мне нужно поговорить с вами. А здесь нельзя, здесь не убрано. Серьезно поговорить. Пойдемте на лестницу. Пожалуйста. Отнимут права. Я пришел, чтобы сказать. Пришел. Как думаешь, Леш, договорится он? Где там? Ты видел, как он выскочил? Он там сейчас разнесет все в пух и прах. А эти тебя должны ненавидеть. По-моему, наоборот. Ну, обидел я тебя, ну нашумела ты. Что я? Ну, выгнала меня, ладно. Ну, кто этот ультиматум придумал, ты? Какой ультиматум? А, который твои подружки моим ребятам определили, ты? Я ведь шел крупно с тобой поговорить. Что? Зачем ты шел? Крупно с тобой поговорить. Ну, нехорошо, понимаешь, некрасиво. Ну что, не собаки, чтобы за сахар служить, или эти рыбешки, чтобы крючок с приманкой в этот? Что, собаки, рыбешки? Ты это так понял? Ну, а как же иначе? Ну, вообще, что это за способ? Ну, хочешь строить свой дом, строй его на здоровье. Мой дом? Не наш, не твой, а мой. Ну, Леночка, ну погоди, ну мы с тобой опять начинаем ссориться. Ну. А мы не мирились. Ну, что ты, ну смеешься надо мной. Нет, над собой смеюсь. Я же всегда знала. Свистун, эгоист... Маленький человек, вот такой, нет, вот такой. Ну зачем же ты целовалась со мной? Целовалась? Да потому что я дура беспринципная. Размазня я, ты это хотел услышать, да? Спасибо. Ну вот, а теперь уходи. Уходи. И не возвращайся. Сдохну раньше. Ты что здесь высматриваешь? Окошко. Думал, ты там. Нет меня там. И не будет. Шурочка, не могу я без тебя. Утоплюсь. Ну, приходи нам помогать. Ну, как все хорошо будет? Брось ты своего Ваську. Да не могу. Значит, не придешь помогать? Значит, Васька тебе дороже. Нет, ну пойми ты, не могу, Шура. Ну, а если... Никто не будет знать. Будешь со мной репетировать потихонечку? Ну, за кого ты меня принимаешь? О, Господи. Ну, конечно, буду. Нет, правда. Значит так. Завтра на полянке? Там же? Да. Стой здесь. Если что, подашь знак, смотри. Хорошо, Шурок. Уговорились, если что, свистнешь. Да ладно. Эх ты. Ну, сам знаю. Сидит, как мокрая ворона. Говорил, тебе надо было взять коня. Таким способом, Кеш, мы бы никуда не доехали. Я бы все время падал, а ты меня поднимал.
Да чем я тебе мешаю? Сижу я тихо, веса во мне мало, лошадки твои нечувствительны, и мне спокойно. И мне... Стой, Чеса, ну, ну, подожди. Ну, Чеса, минуточку, а, постой. Сиди! Чеса. Целоваться не будем. Давай репетировать. Ой, как воры. Столько веселых, задорных парней, мне же достался тихоня. Как ни посмотришь, он клюквы кислей, бродит за мной, как с просонья. Много ли дней? Пусть ответит кукушка лесная, подружка, вздыхать чудаку, ку-ку. Вот ты меня все ругаешь. А без меня бы ты ничего не добился. А так видишь, все твои лесорубы согласны. Они бы не на это согласились, только чтоб от тебя избавиться. Только веселых, задорных парней. Слышь, Кеш? Мне же достался тихоня. Кеш, останови. Как не посмотришь, он клюквы кислит. А? Бродит за мной, как красонья. Много... Что, ничего? Пусть ответит кукушка лесная, подружка, вздыхать чудаку. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Кеш, стой, стой, я же за концерт отвечаю. Ну и что? Ну это же может быть лучший номер программы. Ну, Кеш, сними меня. Ну, Кеш. Парню кукушка, ответь моему, ты на вопрос его скромный. Маяться долго ли придется ему с этой любовью огромной? Много ли дней будет снова и снова бродить, бестолково впадая в тоску. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Много ли дней будет снова и снова бродить, бестолково впадая в тоску. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Сколько же долгих томительных лет будет решать он задачу. Если не дашь мне, кукушка, ответ, с парнем я вместе заплачу. Так, невзначай, как случилось, не знаю, но только сама я открылась дружку. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. С ними. Отличные ребята, они вам не откажут. Нет, мне откажут. А вам не откажут. Ну, Казачков этот. А, вы хотите именно бригаду Казачкова? Да. Ой, то есть мне все равно, какую вы сами дадите. Почему же? Сейчас я ему записочку настрочу. Да, пожалуйста. Войдите. Можно? Извините, я, кажется, не постучала, да? Вот. Нет, нет, спасибо, я на минутку. Присаживайтесь. Я...
Я сначала хотела отослать. Ой, извините. Вот, а потом я решила, что это наши личные отношения не могут. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста. Значит, вам нужен монтажник Василий Казачков? Да. То есть... Понятно. Ну что ж, бригада не откажет Сергею Васильевичу в просьбе. Завтра в конце дня к вам будут направлены люди. Подготовьте список необходимого объема работ. Хорошо. У вас все? Все. Скажи, пожалуйста, опять не в настроении? Пожалуйста, меня не трогайте. Список необходимых работ вам будет выслан. Всего хорошего. О! Здравствуйте. Как дела? Спасибо, превосходно. Вы у нас? Ну, а вы там договорились? Безусловно. Подробные справки получите у своего бригадира. Вот. Одним словом, завтра явитесь на работу. А вот улыбки и гармошки попрошу всех оставить дома. Раз и навсегда. Видал? Ну, я тебе скажу, Васька прав. Анаконда. Нет, главное, явитесь. Это мы явимся. Да, боже мой, явимся. Чего это мы явимся? Отправлены сюда официально, по просьбе директора Дома культуры. Обязаны. Случилось что, да? Леша. Нет времени. Прошу указаний. Ну, хорошо. Ленка, пришли работать. Да? Да. Злые. Говорить не хотят. Вот, все пропало. Ну ладно, вытри нос. Держись. Злиться-то чего? Стало быть, надо. Как хочешь. Пришли? Все, идем. Ну, а бригадир ваш где? Утопился. Ну, с чего начнем? Как
чего начнете. Ну вот. Трубы водопроводные. Слышь, Калач, водопроводные. Ну, понятно. Сможете вы из них перила сделать? Ну. Только чтобы они были легкие, как на пароходе. Калач, ты можешь сделать? Ну ладно, все, шабаш, сделаем. Ну и привет. Шура! Шурочка! Шурочка, тебя же все ищут. Пойдем, надо прослушать твой номер. Вот, вот. Я хочу послушать. Как поет эта птичка? Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Угу. Лёш, ну прошу тебя, один раз подыграй мне, а? Нам это не поручен. Ну, ну вытри, запачкала. Ну, один раз. Все, забудь про... Забыть. Что такое? Не хочет он играть. А я без него петь не могу. Как это? Сейчас ты ему ладим. Так, одну минуточку. Надо сейчас. Одну минуточку. Я прошу прощения. Ну как же вам не стыдно? Только симпатичный молодой человек не хочет играть. Это же лучший номер программы. Она же талант. Она же соловей. Она же фейерверк. Послушайте, молодой человек. Послушайте. Это же несознательно, поймите. Это не коллегиально. Слушайте, а то, что силком заставляют работать, сознательно? А между прочим, несмотря на это, играть вы будете. Mm-hmm. Я вам заявляю, официально будете. Ну все, я не буду. Будете? Не буду, точка. Я вам заявляю, будете, я с места не сойду. Вот, вот. Я вам говорю, будете. Слушайте, дедушка, знаете что, вы идите вот так. Молодой еще. В садик подышать. Да-да. Кеша. Я понял. Что за капризы?
С ума сошла. В последний момент срываешь мне лирическую часть. Не могу, понимаешь, не могу. Мне же тебя некем заменить, ненормальная. Взяла спеть, понимаешь, так пой. Ты зверь, Ленка. У меня душа болит. Пойдем, поговорим. Что же это происходит? Лен, ты же знаешь, у Шурочки душа болит. Вот из-за этого, из-за фитюльки. Ну, жаль, голоса у меня нет, сама бы спела. Это возмутительно. Гусь ты, Иван Ильич, взялся помочь и не можешь одного уклониста организовать. Елена Тимофеевна, я вас прошу совершенно не беспокоиться. Вы его увидите тут, при свете рампы. Не верю я тебе, стиляга. Я даю слово. При всех. Я сказал, я с места... Я с места не сойду. Кеша. Кеша. В этом доме найти что-нибудь можно? Знаете, хлопцы, уже туфли в платяной шкаф. Да что ты кричишь, они твои. Майка моя. Ну, они у меня новые, ребята. Такой бы рубашечке полагается галстук-бабочка цвет перва. Ты бы лучше помолчал. Ну, а почему же? Каждому охота принарядиться перед работой. Пришел со сварки, идешь на сварку, там были конструкции под железобетон, а здесь такие перильца, ажурчик. Ой, неприятно говоришь, Вася. Ну, весело, легко. Ты шути, шути, Вася. Не весело. Мне легко. Вы каждый день работаете, а я сижу здесь один. Один! А из-за кого мы второй день как на сковороде жаримся? Из-за кого? Правильно. То есть, Леш, ну зачем? Несправедливо. Калач, все знаю. Я... Все знаю. Один за всех, все за одного. А я вас честно предупреждаю. Я не выдержу, я сбегу. Дяденьки. Что тебе? Вам письмо. Спасибо. Тебе. Мне? Угу. От кого? Интересно, Калач, как ты думаешь, от кого? Да ладно. Значит так, Калач, ты иди в Дом культуры, начинай. А я... Ну, чего ты заливаешь? Сейчас. Иду и... Добрый вечер. До свидания. Вас за такие штучки по головке не погладят. Я голодный. Я голодный. Ну, хорошо. Существует еще советская законность. Слышь, Кеша, молодой человек угрожает нам, так сказать, уголовным кодексом. Нехорошо. Нас на каторгу, да? Нехорошо. Так вот, в крайнем случае, коллектив библиотеки возьмет меня на поруки, но участвовать в концерте вы будете. Дедушка. Ну, пошутили и будет. Разойдемся. О. Вот. Только об этом вас и просим. Спасибо. Нет. Дайте честное комсомольское слово, что вы будете играть для одной нашей общей знакомой. Соглашайся и все. Нет. Не будете? Нет. Не будете? Нет. Это, дорогой товарищ, беспринципная принципиальность. Ложно понятые чувства товарищества. А? Никогда. Напрасно, молодой человек. Обрекаете себя на бессмысленные лишения. Как граф Толстой. Монте-Кристо. Ну? Фашистские номера. Дедушки, милые дедушки, отпустите меня. Ну что же вы со мной делаете? Меня же Васька куски порвет. Мне ж прогул засчитают. Ну отдайте штаны и куртку. Не-не. Коза на камень. Убегу. Не уйдешь ты ночью из леса. Мрак. Глушь. Тьма. Тот. Так что вот. Если не хотите закусить, молодой человек, то тогда уж ложитесь спать.
Ай, проспать бы. Пугай, не пугай, а парни утром на работу. Разбудить надо. Это уж так сказать. Будьте спокойны. Ты же моя сосиска. Иди, иди, иди сюда. Ты же моя сосисочка. Иди, иди сюда. Вот ты. Ты куда? Чтоб ты сдох. Я ведь в Доме культуры там один не управлюсь. А люди работают и много сделали. Ну, давай. Договаривай. Да, о чем? Давай говорить на чистоту. Это ты уже не Алешке. Обо мне говоришь. За меня стыдно. Что с Лешей? Ну, началось. Заболел? А? Может, помощь нужна? Девчонки, переодевайтесь, быстро! Что случилось? Едем. Да вот же наряды. Спортивный инвентарь. Так, да? Музыкальные так. Инструменты. Угу. И мебель с такими гнутыми-гнутыми ножками. И все надо срочно, и все в трех местах. Девочки, девочки! Чего тебе? Ну, виновата, признаю, прости, а? Девочки, надо отпустить Лёшку. Будет скандал. Как отпустить? Откуда? Что-то ты путаешь. Дома не ночевал? На работе не был? Ужас. Как не ночевал? А это кто писал? Приходи на нашу полянку. Жду, страдаю. Без подписи. Молодцы, хорошо. Хорошо! Бабушка! Что такое? Что опять случилось? Человек пропал. Какой человек? Ш-ш, наш монтажник. Получил анонимку и пропал. Что за ерунда такая? Так это же он. Его рука. Я от него такие записки получала 40 лет тому назад. Ах, авантюрист, ах, мальчишка. Кто авантюрист? Какой мальчишка? Старик, библиотекарь. А что он мог сделать с Лешей? Все, что угодно. Ой. Так, благодарю, хорошенькое начало. Значит, завтра сюда явится уголовный розыск, да? Да я его сейчас из-под земли вытащу. Девочки, со мной, в машину. Ага. Никаких машин.
Это ваши кадры, Елена Тимофеевна. И будьте любезны, а у нас срочное дело. Я его сейчас прикончу. Я с бабушкой. Ну, как хочешь. Пошли. Не могу, понимаешь ты, не могу. Как подумаю, что сейчас ту змею увижу. Ну ладно, Вася. Ну, мы ж не для нее одной в самом деле дом строим. Ну, пошли. Кеша. Молодой человек на работу не вышел. Дом не ночевал. Исчез. Все пропало. Не все пропало, а мы пропали, чтоб ты пропал. В детстве меня из-за тебя пороли, и тут на старости лет еще в милиции я должен из-за тебя пропадать. Концерт рухнул, все погибло, идея погибла, никакого фейерверка. Пошли. Куда концерт нужно спасать? Концерт, а человека надо спасать. Человека. Надо же, такой интеллигентный старик, почти научный сотрудник. Да что ты о нем знаешь? В 19-м сам Мамонтов за его голову 50 тысяч керенками давал. И две коровы в придачу. Думай, цыц, тишка. Ой, смерть меня пришла. Сам напросился, сам напросился. Будь я трижды проклятый, связался с тобой. Свет, Тишка! Свет! Кеша! Свет! Кеша, я хилый старик. А, хилый, но зловредный. Вот теперь будешь знать. Ой, буду на пенсию вы. Выстрели, выстрели, разочек. Может быть, может, услышать, а там мы так никогда раньше умрем, чем найдут. Это они. Может, и Лешу убивают? Спокойно, сидеть смирно. Даю задний ход, иду на таран. Жить надоело. Сергей Васильевич, это же я, Штыков. Вижу. Ну, что скажешь, Штыков, где был? Меня украли. Как? Украли для концерта. Для чего? Для... Ух, зверя. А ну-ка, дыхни. Ух. Еще. Странно. Да я капли в рот не брал, Сергей Васильевич. Да он и в самом деле не пьющий. Помалкивай, защитник. Значит, украли, говоришь. Кто? Старики. И много их было? Двое. Два старика, значит, тебя украли? Да нет, Сергей Васильевич, они мне сперва мешок на голову надели. И что же они хотели с тобой сделать? Зажарить? Да я правду говорю, Сергей Васильевич. Вижу. Кто они, старики эти? Я их не знаю, они из Дома культуры. Ага, ладно. Вот туда и поедем. Поехали. Садись. Сергей Васильевич, я ж голый. Садись, нет, голубчик, я, наверное, поедешь Сергей, пешком. Давай, Дом культуры. Понимаете? Хватаю.
голубчики мои. Стой! Иди сюда. Полегче, Елена Тимофеевна. Молчи! Соучастник. Опозорил меня, осрамил, погубил. Я ослабел, я больше не буду. Иди, иди в машину. Сергей, никуда не уйдешь, никуда. Ну, где же твои старички, покажи. Граждане, 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 куда это вы? Здесь дом для культуры, а не цирка, не баня. Лешка, не волнуйся, отец. Мы тут важное дело выясняем. Есть у вас старик... Кеша. 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 Никакого Кеша у нас. Ага. Ну, с бородой. Тут... Подожди, подожди. Может, ты эдак Иннокентия Прохоровича Прохорова величаешь? Лесник. Так он тебе не Кеша. Он тебе в отцы годится. А значит, вот. Есть такой, есть, да? Есть. Ну вот что, завтра быть на работе, как часы. Есть. Краденый. Лёшка, лезь сюда, живо! Лёшка! Зверюка! Эй, ты, из бани! Держи! Ну, двое. Такой, ну, один такой. Один маленький. Какой маленький? Мешок. Меня туда. Ну, чего облазить? Работать надо. Влезайте, сладись. Лёшка! Шур! Васенька, Вася, ты жив? Неизвестно. Осторожно, бабушка. А, что, жив? О, беда-то какая. Это опять вы? Ага. А что это у вас за привычка, молодой человек? Умирать при каждом удобном случае. А? Да. Понимаю. Перерыв окончен. Теперь, пожалуй, можно и уходить. Нам только, братцы, за дело взяться. Оно само у нас пойдет. А то похоже, что молодежи еще дадим очко вперед. Ничем. Ничем нельзя таких, как мы, остановить. На дело деловые, на шутку заводные, в общем, люди неплохие. Люди золотые, люди мировые, если скромно говорить. И где труднее, туда скорее. Недаром вас зовут всегда. Вы те, в которых еще есть порох, и в жилах кровь, а не вода. Ничем, ничем нельзя таких, как вы, остановить. На дело деловые, на шутку забавные. В общем, люди неплохие. Люди золотые, люди мировые. Если скромно говорить.